Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты подготовки к зиме. Значит, сегодня мы на обогреватель поставили галоген вот этот. Сейчас я возьму указку, покажу. Он работает на импульсе, ребята. Вот этот галоген на импульсе работает. Не потребляя тока, то есть ток сразу возвращается. А так на нем есть инерция, тепловая инерция. Это, да. То она, значит, не остывает. За счет этого мы получаем хороший обогрев. Видите, 170. Сейчас еще посмотрим. Ну вот 200 где-то градусов. 200 градусов получаем. Применил я сегодня, ребята, получил новый шим. И решил на нем проверить. Видите, китайский шим. Это на постоянный ток, ребята. Заходит переменный, а выходит постоянный. А на постоянном лучше можно отрегулировать. Потому что он не прыгает туда-сюда. То есть вход тут переменный, выход постоянный. Значит, применяется, конечно, реле Амрон. Как без реле? Обороты тут такие. 1-5 секунд, видите. Система не работает, но у ей инерция тепловая, она горячая все равно. А только 1/10. То есть КПД системы, ребята, 50. 50 раз, 50 это помножено на 100, 5000%. КПД этой системы 5000%. Видите. При этом счетчик показывает расход нулевой. То есть мы применяем, ребята, тот метод, что позавчера освоили, что достаточно 1/10 доли секунды, чтобы был прогрев. Видите, он берет и сразу не успевает нагреться, ведь электричество это тепловой метод. А раз нагрева не произошло, ток вернулся. А сейчас я покажу схему. То есть это, ребята, обогреватель, значит, температура до 200 градусов в нем. Расход нулевой, КПД 5000%. КПД 5000%. То, что он работает импульсами, ребята, чтобы это самое, вот, видите, на импульсах. Чтобы вам глаза не слепило, вот так его повернуть надо будет. И все. Вот так. Повернул его к стенке. Можно положить что-нибудь сверху. Даже повернуто он слепит. Ну, потом что-нибудь придумаем. Это не важно, ребята. Главное, мы подобрали эффект. То есть нам достаточно 1/10. А чтобы его запустить, ребят, с аккумулятора, подождем, придут ионисторы, запустим. Мало ионисторов. Потому что у его напряжение 230 вольт, а у меня ионисторы на 16. Итак. Схема простая, ребята. Галоген-прожектор. Трубчатый. 150 ватт. 150 ватт. Так. Далее. Шим. Шим постоянного тока. Вот тут. На выходе. Шим. Значит.
значит, постоянный ток плюс, вот здесь поставим, плюс и минус. Чтобы понятно, шим постоянного тока. И, конечно, реле. Ноль идет напрямую, как понимаете. А фаза на реле Амрон. Вот реле Амрон, видите, ребята, на фазу. Так. Разделяем. Всего применяем в сети 0,1 секунды. Так. А тут, ребята, применяем 5 секунд. То есть КПД у нас получается 50 раз. 50 раз, ребята, она работает на самозапите. Только 1/10. И то эта десятая отправляется сразу. Она не успевает нагреться, отправляется назад. Нету ионисторов для компенсации. Так бы еще сильнее грел. Нагрев, ребята, как вы видели, до 200. От 170 до 200 градусов. До 200 градусов. То есть вполне хватит, чтобы обогреться зимой. Есть неудобство, оно, видите, мигает. Видно. Но это можно какой-то крышкой, жестью, ребята, жестью прикрыть, жесть будет нагреваться и нормально. Фольгой жестяной, и все. Дальше. Что я хотел сказать? КПД у нас здесь 5000%. 5000%. Расход тока, ребята, 0. Так. Какой расход на 1/10, который возвращается? Давайте посчитаем. Вот у нас 150 галоген, 150 ватт. А у нас работает 1/10. Значит, 150, ребята, разделить. 150 разделить на, не на 3600, а на 36 тысяч, потому что 1/10. Вот, ребята, какой расход получается. Почему и это возвращается, не успевает нагреть. 0,01... Так. Сотая. 4000 ватта. Поэтому оно и, видите, поэтому оно и назад сразу отходит. Вон, видно так? Чуть-чуть сделай назад. 0,004 ватта. А нагрев до 200. И вот эти 0,004 ватта, ребята, раз в 50 раз. То есть за час это будет, раз, значит, за час это будет 1/50 час. На одну минуту он работает. Получается, да? 50 раз. Ну да, 50 раз, если за час, значит, час, на одну минуту, то есть на 60 секунд. За час 0,25 ватта, ребята, всего. И то она это 0,25 ватта не берет, а возвращает назад. А даже если брала, мы бы не обмедели, правильно, ребята? 0,25 ватта это никто не обеднеет. Рептилоиды будут кричать, что ток тратится. Но мы им заплатим за эти 0,25 ватта в час. Это смешно даже. Но он-то не тратится, ребята, потому что он не успевает нагреться. То есть получается большой прорыв. То есть, применяя, ребята, значит, раньше-то мы думали, что будет у нас 1/10, то есть я применял 1 секунду, 10 секунд. А получилось у нас 1/10, применяешь 1/10, можно ставить 5 секунд, смотря на какую мощность, 10, то есть 50, 100 раз, то есть КПД 5 тысяч, 10 тысяч и так далее. Значит, рептилоиды, ребята, нас дурили. А мы это все раскусили и будем теперь отапливаться бесплатно. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья.